С 2019 года в силу вступил закон о раздельном сборе мусора. В подмосковном регионе эту работу организуют единые региональные операторы, в нашем случае компания «Хартия». В связи с этим все юридические лица, в том числе садоводческие товарищества, обязаны заключить с ней договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. В каждом СНТ в обязательном порядке должна быть контейнерная площадка. Администрация городского округа Щелково держит вопрос на контроле и регулярно проводит проверки на предмет наличия договоров с «Хартией». На этой неделе рейд провел заместитель главы администрации Евгений Петеримов. По его словам, в каждом СНТ свои недочеты, которые нужно устранить. Так, например, в СНТ Уча места для контейнерной площадки не нашлось. В таких случаях жителям может быть предоставлена в распоряжение земля муниципалитета, прилегающая к территории СНТ. Не частный, а именно прилегающий. И мы присоединим этот кусочек, как общий, контейнерную площадку, которую вы сделаете закрывающуюся, открывающуюся, контролирующую, может, видеокамерами и всем прочим. А вот в СНТ «Восход-4» контейнерная площадка уже установлена. Но и там есть небольшие нюансы, которые еще предстоит доработать. Евгений Петеримов напомнил, что в случае отсутствия договора с «Хартией» товариществу грозит немалый штраф – от 100 до 250 тысяч рублей. Частично люди, руководители СНТ ДНТ, на тех совещаниях поняли, что все равно это неизбежно и надо заключать договора. Ну, мы сегодня в СНТ Уча были, естественно, там договор, пока, хотя я последний раз предупредил о том, что СНТ до пятницы, той пятницы, должны получить договора, заключить договора с «Хартией» и в соответствии с этим привести, пока можно, площадки делать временного содержания, а после этого, ну, в течение там месяца, полутора, оборудовать их по требованиям. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».